Готовим настоящий традиционный джикка. Просто, быстро, вкусно и полезно. И не надо часами стоять у плиты, мешать, смешивать сливки, сыр с крупой и другими лишними бесполезными ингредиентами, как это делают и показывают многие блогерши, а потом ходят с ожирениями. Так пища получается тяжелой, тяжело усвояемой и не полезной. Итак, для этого нам надо просто свежий, без соли сыр. Чем жирнее, тем лучше. Покупайте сыр, оставляйте созревать на несколько дней. Чем дольше, тем лучше. Так он становится жирнее. Тут я поделил на 4 куска. Вот я один переложил на фольгу в 2 слоя. Желательно 2 слоя, чтобы не продырявилась фольга, когда вы будете кушать. И скривите края, подогните края, чтобы жир не вытек. И все. Далее берем и ставим в духовку. Ставим на 200-250 градусов. И ждем 15-20-30 минут. О! Как видите, сыр покрылся корочкой, вытек жир. Покушайте его без хлеба, он хорошо усвоится, и вы не поправитесь. И не буду вас долго мучать. Желаю вам приятного аппетита, а я пошел кушать.